становимся возле кушетки на колени, опираемся руками на кушетку и выполняем шаговое движение в сторону. Желательно корпус держать ровнее. Если не получается держаться на руках, можно опираться на предплечье и выполнять эти же упражнения. Это же упражнение, если не получается выполнять в ходьбе, можно выполнять просто отведение ноги, приведение. Прорабатываем боковые мышцы, отводящую, приводящую. И выполняем движение по кушетке полностью вправо, и затем по кушетке полностью влево. Начинаем выполнение. Обязательно одеваем наколенники, для того, чтобы не травмировать коленный сустав. Поскольку связочный аппарат колена за время травмы явно стал не таким крепким, как раньше, для этого мы одеваем наколенники. Обычные волейбольные. Значит, становимся, опираемся на кисти. Если не получается, опираемся на предплечье. Выпрямляем спину и начинаем. Отводим ножку в сторону, правую, и присоединяем левую. Я совсем немножко, незначительно помогаю двигаться стопом. Выпрямляемся. И идем в обратную сторону. Ага, говори сейчас. Для тех, кто не может выполнять упражнения стоя возле кушетки, мы показываем вариант из коленно-кистевого положения. То есть вы становитесь на четвереньки. Если у вас была травма грудного отдела, вы сможете встать, как Дима, на локтевые суставы. Если травма шейного отдела, и вы пока не можете выпрямить локти, значит, вы становитесь на предплечье. Отведение ножки в сторону. Уводим. Раз. Подтягиваем. Оп. Подтягиваем. Незначительно. И в обратную сторону. Правую ножку уводим вправо, отводящая. Раз. Левую подтягиваем. Опять.